конкурс «Дети читают стихи». Я Минаков Дмитрий, мне 7 лет, я живу в городе Курске. Мороз, Борис Пёнин. Ой, 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 как мороз все окошки занес, опушил, опахнул, будто белым крылом, а местами сверкнул серебристым цветком. Ветви пальм, целый лес он на стекла нанес. Честь искусству его, здесь тепло, нужды нет, на дворе каково, того болит и жмет. Покажешь-ка туда, я пойду, не беда, русский любит мороз, с ним родился, растет, и румяне рус на морозе цветет. Студено, холодно, только любо. Ты из труб вверх летит, из-под быстрых саней снег хрустит и крутит. Нагулялся, друзья, позаимдивил я, а спасибо зиме, с ней свежей и бодрей, пободрей, поживей, веселей на уме.